Всем доброго времени суток, с вами Артём, это 24-я серия прохождения Наполеон Total War за Пруссию. В прошлой серии мы провели сражение под Реймсом и захватили регион Пикардии и Шампань. Но я решил отдать этот регион, так как он мне сейчас особо и не нужен, и у меня к тому же нет ни сил, ни времени отвлекаться на него и оборонять его. Кому отдать? Можно отдать союзникам. Но все они находятся очень далеко от этой области и не смогут быстро перебросить сюда силы для обороны Реймса. А сформировать хороший гарнизон, это нужно минимум 6 ходов, мне так кажется. Следовательно, если я отдам Реймс союзникам, то Наполеон быстро вернет себе его назад. Потому что Париж не так далеко от Реймса. Поэтому нужно отдать серии Пикардии и Шампань нейтральному государству, с кем не воюет Франция. Для этой цели прекрасно подходит Бельгия. И Брюссель, столица Бельгии, рядышком, поэтому быстренько Реймсом не могут перебросить силы. И к тому же Бельгия находится под моим протекторатом, и я получаю какой-никакой процент от их общего дохода. Следовательно, чем больше у них доход, тем больше денег я с них имею, так скажем. Все-таки я их освободил как-никак от гнета французской империи. Поэтому мне ничего не остается, как быстренько отдать этот регион. Но, что интересно, в этой игре никто просто так регион у вас не возьмет. Как бы это ни казалось просто и легко. Даже если я сейчас Австрийской империи предложу назад Богемию, то она откажется, но если я им дам денег, она возьмет. Очень даже и интересно. Может быть, это что-то тут с модами, которые я установил, перемудрили, но чтобы отдать регион, нужно еще дать денег. Но так как все-таки Бельгия под моим протекторатом, к тому же в будущем, если уж будет сильно плохо, то я попробую втянуть Бельгию в войну с Французской империей. Поэтому дадим мы им еще технологии. Артиллерия. Давайте-ка дадим им вначале административные. Так. Ну, в принципе, можно дать еще вот эти вот технологии. И, конечно же, деньги. Ну, денег давайте дадим 5000 для развития. Отлично. Пикардии и Шампань теперь находятся под влиянием Бельгии. И этим самым мы полностью оградили и Голландию, и Клевемарк от французов. Теперь у них остались только вот эти вот два моста, о которых я говорил. То есть это либо через Вюртемберг австрийский, либо через Эльзас и Лотарингию. Далее Блюхер у нас возвращается в Клев. Так, теперь что мне хотелось сделать еще? Давайте посмотрим по технологиям. Франкфурт у нас изучает Брамсели, но это мне они сейчас вообще никак не нужны, поэтому давай-ка ты будешь изучать воинскую повинность. Расходы уменьшаются, пехотные коры, так, прятаться, так, высокий боевой, ну, в принципе, да, 4 хода. Ты у нас изучаешь религиозную, чтобы не было у нас насчет религии всяких восстаний, потому что, еще раз повторяюсь, Бавария у нас до сих пор является католической областью, и только в будущем у нас там будет подниматься протестантизм, наша основная религия. Так, давайте попробуем что-нибудь купить у России в плане... А, кстати, вот воинская повинность. Я уже ее начал изучать. Полевая медицина, скорость пополнения армии во всех областях плюс 4%. Давайте попробуем купить полевую медицину. Ну, давайте начнем с 5000. 5000 предложим за эту технологию. Мало.
Технология очень хорошая, поэтому... Давайте дадим 9000. Не хотят они продавать нам полевую медицину. Тогда я строю здание апелляционного суда, который поднимет нам доход из Бранденбурга, нашей главной области. Вот здесь вот мне не очень нравится концентрация испанцев и французов. Португалия, кстати, Португалия. Ты наш союзник, да? А у меня денег мало, чтобы попросить ее вступить в войну с Испанией. И мне что очень интересно, Неаполь перестал воевать с Испанией. Испания захватила у них Сицилию, и они решили больше с ними не воевать. Ну что ж, ладно. Агенты. А, здесь у нас уже все, что можно, мы подожгли. Ну тогда все, завершаем ход. Завершился ход, построились у нас, ага, школа строевой подготовки. Ах ты, как тут французы там активировались. Ну что ж, в первую очередь все-таки Блюхер у нас дойдет до Клева. Далее в Ольденбурге строим магистрат. И здесь сейчас нужно разобраться с наглыми французами. Ух ты! Императорская гвардия, голландцы, легкая пехота, так. Карабинеры. Серьезные ребята. Но у нас тут целых аж три. А, тут сразу на перехват идут. Что ж, встанем сюда. Первый у нас пойдет Шарнхорст. Не перехватили. А теперь перехватили. Но у нас тут целых три. Все-таки все попали в зону поддержки. А у них только один почему-то. Странно. Почему второй не стал поддерживать? А, потому что просто перехват, но все равно. Ну, в принципе, что тут, автобой, естественно. И тогда у нас Шарнхост пробивается вперед. Пфуль его поддерживает, и Шарнхорст атакует. А, вон в чем дело. Это уже земли Австрийской империи. Тогда Шарнхорст назад, и Пфуль у нас идет сюда. Точнее... Ага, у нас тут... Добьем вот эти остатки, то, что остались. Французы после сражения с австрийцами. Ох ты, у нас тут новые способности получили наши генералы. И, кстати, да, давайте-ка наградим генерала Шарнхорста. Он нас награждается орденом Красного Орла 3-й степени. Все наградили, все-таки
Провел какую-никакую операцию. И сюда я пока не пойду. Потому что сюда надо идти всеми тремя нашими полководцами, чтобы захватывать Эльзас и Лотарингию. А для этого мне надо будет защитить вот этот маршрут. И когда у нас сюда подойдет Блюхер, вот этими силами я уже выдвинусь в направлении Страсбурга. 12 тысяч. Давайте займемся строительством. Я давно хотел построить в Кенигсберге здание апелляционного суда. И продолжаем нанимать элитные части в Берлине. Так, кавалерия у нас наймется. Давайте-ка мы еще добавим кирасир. Два эскадрона. И, в принципе, пока все. Завершаем ход. Завершился ход, изучили мы технологию, которая нам давала меньшие проблемы от религиозных разногласий. Так, изучается у нас отмена рабства степень. А, ну да, пускай, в принципе, изучается нормальная технология. Так, в Бранденбурге нанялась хорошая кавалерия. И давайте-ка мы здесь наймем генерала, чтобы все-таки у нас была под командованием хорошего генерала. И лучше всех здесь я смотрю, Богислав Фридрих Эммануэль подходит. У него плюс 2 командование армией. Везде просто плюс 1. Давайте его мы и наймем. Так, это мы сделали. Здесь сразу же строим лесопилку. Пока я увидел, возвращаем пуля в родные земли, чтобы он начал пополнять свои потери. И, в принципе, ну, здесь небольшие потери, здесь тоже чуть-чуть. Я вот думаю, должны отсюда уйти испанцы или нет, а? Или так они и будут здесь продолжать стоять. Чтобы еще вам поджечь, давайте-ка мы попробуем поджечь вам здание банка. Ага, не получилось. Здесь мы лишились нашего шпиона. Ну, в принципе, мы сейчас других сюда. Так, Померания, Большая Польша, Северный... А, у нас еще в Италии есть. Да-да-да-да. Давайте-ка попробуем пройти к Франции с юга. Ух ты, тут практически нет никакого гарнизона в Турине, я не знаю, что. Австрийцы, но австрийцам там еще хватает с османами. У них то и дело Балканы, Белград завоевывает, то австрийцы, то опять отвоюют османы, то опять захватят австрийцы. В общем, у них тут хорошая тусовка. Где мы можем еще что построить? В Ганновере. Не критично, пока не вижу смысла. Лучше давайте вот в Померании построим здание апелляционного суда. И, в принципе, все, конец хода.
Завершился очередной ход. Так, фабрики, казармы в Баварии. Давайте-ка сразу в Баварии построим школу строевой подготовки. В принципе, где еще я так могу более-менее что-то построить? Нам бы развивать сельское хозяйство, но мы пока... Польша. А, ну, в принципе... А, вот. Западная Пруссия. Сразу же строим здание апелляционного суда, потому что это очень дорого и строится достаточно-таки долго. Блюхер. У нас идет... Они опять на землях австрийцев, да? Пруссия, Пруссия, Пруссия. А, в принципе... Ну, давайте попробуем. Так, и его поддержит Шарнхорст. Вот нас... Ух ты, нас тут аж 4 теперь генерала. 4 против... Смешно, автобой. А, полностью уничтожили, ну, отлично. О, у нас Шарнхорст еще начинает прокачиваться. В принципе, вот этих двоих я здесь... Нет, здесь хватит одного блюхера. Здесь хватит одного блюхера. Шарнхорста мы вернем сюда. И как только у нас пополнятся вот эти товарищи, мы... Так, ушли ли отсюда испанцы? Давайте попробуем португальцев, чтобы они объявили войну Испании и отвлекли на себя немного этих южных товарищей. Технология... В принципе, ничего тебе такого предложить не могу хорошего. Ну, вот эти вот две. И деньги. Но все, что у меня есть, 4700. Не согласятся. 4700 смешная сумма. Да, естественно. Тут надо, чтобы в войну вступили 1010 давать. Минимум. Так, все у нас полностью укомплектованы. Отлично. Дополнять их не нужно. И поэтому... Хотя давайте мы все-таки здесь наймем парочку. Здесь то же самое. И можно еще в Ганновере. Пускай на всякий случай будет. Лишними не будут. Как у нас дела в Мюнхене? Начинает падать католицизм и подниматься протестантизм. Очень медленными темпами. Даже 2% нету. А, что я сейчас делаю? Здесь нам нужно будет нанимать ландверов для того, чтобы я смог отсюда вывести корпус Луиса Фердинанда. Но это будет в будущем. А сейчас я попытаюсь еще раз поджечь банк. Не получается у меня это сделать. У нас тут идет еще один шпион. И, по-моему, у нас все остались очень далеко. Польша. Франция. И все, да? Раз, два, три, четыре. Что ж, мы можем... В принципе, что это у них? Рынок. Ну, давайте Ниццу подожжем. Надо было лучше же... В принципе, рынок тоже. Доход дает, потом железный рудник подожжем. И конец хода. Завершился ход, произошло несколько важных событий. Так, новый агент Западной Пруссии. Давай-ка ты у нас продолжишь свое продвижение на запад. Так, воинскую повинность мы изучили. Автоматически поставилось изучение Брамселей.
Мне это не нужно. Будешь у нас изучать полевую медицину, которую мы не смогли купить у русских. Первое важное событие, особенно для меня. Вюртемберг захвачен французами. Австрийцы не сумели удержать. Почему это для меня хорошо? Для того, чтобы сформировать Германскую империю, для победы в целях, у меня стоит захват Вюртемберга. Так как Вюртемберг принадлежал австрийцам, то мне нужно было с ними как-то это решать дипломатически или рано или поздно объявлять войну Австрийской империи, чтобы у них захватить Штутгарт. Теперь у меня есть возможность захватить Штутгарт, не вступая в войну с Австрийской империей, то есть захватить ее у французов. Но посмотрите, какие тут, в принципе, три достаточно крупных корпуса французов здесь находятся. Особенно вот этот вот меня немножко даже так насторожит. Плюс почти целый корпус испанцев, правда, потрепанный. Кстати, у нас тут испанцы подожгли мануфактуру мою. Русские. Что-то я так прям напугался. Русские у меня в союзниках. Австрийцы еще потеряли Балканы, опять-таки, и практически вернулись в свои изначальные территории, которые они занимали в начале игры. И испанцы. Меня очень беспокоит большое количество испанцев достаточно-таки на севере. Поэтому давайте попробуем еще раз Португалию присоединиться в войне с Испанией. Дадим вам современное местное правительство, метрическую систему и деньги. Дадим вам 10 тысяч. Мало, наверное, будет. Все-таки они торгуют с испанцами. А нет, они с испанцами не торгуют. Нет, нет, мало-мало. Нужно, значит, больше давать денег. Все хотят денег. Ах, и мне вот просто интересно. Туман войны не видно. Но сейчас попробуем еще раз поджечь банк. Отлично. И агент у нас идет сюда. Есть ли испанцы около Страсбурга? Два. И сюда. Куда мне нанести особый удар? Куда мне потянуть трех моих полководцев? На Штутгарт или на Страсбург? Штутгарт, Страсбург. И то нужно. И то надо. Так, ты, пожалуй, сюда. Та-ла-ла-ла-ла. Мюнхен. Мюнхен. Ты в зону влияния... А, попадаешь. То есть Штутгарт тебя защитит, если что. И вот этот вот испанец. А ты у нас не попадаешь. Ты у нас одиночка. Блюхер разбивает, значит, и тебя. Автобой. Отлично. Но ты зато будешь защищать сам Штутгарт. В принципе, Штутгарт защищают все, кроме вот этого вот Николаса Бонку. Шарнхорст. И Гогенлоу мы оставим как более опытного. А, возьмем Пфуля. Войдем в зону. Отлично, нас не перехватили. Подводим Блюхера. Шарнхорста. И делаем штурм Штутгарда. Так, как я и говорил, все трое, точнее двое, и сам гарнизон. У нас трое. У нас численный перевес. У нас огромный перевес в артиллерии. Давайте-ка мы сохранимся. И проводим автобой. Ну, в принципе, да, потери, конечно. Но это потери суммарные среди трех корпусов. В принципе, ладно, я соглашусь с автобоем. Особо потому что не люблю я битвы проводить вручную, когда есть подкрепление, да еще три отряда. Я уже говорил насчет этого, к тому же у противника подкрепление, непонятно как будут идти. В общем, мы эту область, естественно, оккупируем. Освобождать нам ее не надо для того, чтобы создать
Германскую империю Блюхер у нас получил. Ачивки. Итак, Вюртенберг наш. Ну и в первую очередь, естественно, мы награждаем маршала Блюхера. Он нас награждается в первую очередь за захват Вюртенберга. Это орден Вюртенбергской короны. И Блюхер из рук прусского короля получает орден короны первой степени. Блюхера наградили. Следующие награды у нас получает, собственно говоря, генерал Карл Людвиг Август Пфуль, который, собственно, и проводил этот штурм. Его корпус был основным ударным. Но в первую очередь он, естественно, тоже награждается орденом Вюртенбергской короны. И получает новое звание. Это звание маршала Пруссии. Вот как легко в игре в 28 лет стать маршалом Пруссии. Ну, действительно, он участвовал практически с самого начала во всех сражениях, защищал западные границы. В принципе, это достойный полководец, чтобы командовать прусской армией. Так, у нас уже три маршала. Ну и Шарнхорст у нас, как все-таки тоже участвовал в захвате Вюртенберга, получает орден Вюртенбергской короны. Все, отлично. Наградили наших полководцев, захватили Вюртенберг. Все ближе и ближе мы к созданию Германской империи. Все ближе и ближе мы движемся к условиям победы, которые нам даны. А нам осталось только захватить, в принципе, Эльзас и Лотарингию и Мекленбург, Шверин. Осадить Шверин и захватить Мекленбург. Но это втянет нас в войну с Данией. Но это все будет потом, потом, потом. А на этом 24-й серии завершается. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за комментарии. Всем удачи. Всем пока.